Несколько десятков юных брещан, место жительства которых – Московский район областного центра, стали членами Белорусского республиканского союза молодежи. Документы, подтверждающие вступление в организацию, ребятам вручили в обстановке торжественной – в зале для церемонии администрации Московского района, что придало и без того волнительному моменту особый акцент. Это чаще всего ребята, которые хороши и в учебе, и хороши и в спорте. То есть, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Поэтому и среди наших членов объединения такие встречаются, и таких большинство. Членские билеты ребятам вручили представители местной вертикали власти и общественных объединений, а также депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Молодежь, конечно, это наше будущее. Вот вся надежда на них. И от того, как мы будем к ним относиться, такие они вырастут, и такое у нас будет общество потом. Главное, молодежь не упустить, чтобы она была организована. А чувства какие? Чувства какие, как с детства, потому что я тоже же прошел все молодежные организации, начиная со школы. И октябрят, и октябрятская дружина, и пионерская организация, и комсомол. Вот. Ну, Белорусский союз молодежи, он является правопреемником комсомола, поэтому это очень важно, что эта преемственность у нас сохраняется. Быть БРСМовцем не только почетно, но и ответственно. Так считают новоиспеченные члены союза и уверяют, проявлять себя в творчестве, труде и спорте готовы. Сегодня я вступила в ряды общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Для меня это очень почетно и ответственно. Если ты любишь творить и участвовать, тогда БРСМ – организация для тебя. «Белорусский республиканский союз молодежи» – это способ показать свою активную гражданскую позицию. У каждого из нас есть свои мечты, идеи, планы. И в этом могут помочь наши единомышленники. Я считаю, что БРСМ – это по-настоящему единый общественный союз. В настоящее время только в Московском районе города над Бугом ребят, которые состоят в БРСМ, более 8 тысяч человек. И цифра эта растет. Все больше юных жителей областного центра присоединяются к дружному и активному коллективу. И это неудивительно. Союз молодежи – организация, где созданы условия для всестороннего развития и раскрытия творческого потенциала представителей подрастающего поколения.